В прошлой серии Дизмон решил посмотреть YouTube тренды и взгрустнул от качества контента. Оно очень там плохое. Хорошо, что он образумился после этого, затем позвонил другу, чтобы отвлечься. Но оказалось, что тот фанатеет от YouTube трендов. Что с тобой не так? Ты себя как неважно чувствуешь? Да норм я себя чувствую. Просто видео из тренда смотрю. Ты чё, дурак? Понял. Дизмон пригрозил другу Берсу. Но тот убегает. Вот он, Гандстар. Каждый из героев начинает свою подготовку к битве. Стоп! А чё я здесь сижу-то как баклан? Но Дизмона настигли из-за спины. Ну и куда ты собрался? Чё же делать? Думай, думай! О, точно! Бэр, смотри, там Нёрфер в гуще идёт! Где? Ах ты ж буян пёс, провести меня решил? Блин, ну да, заметил всё-таки. Ах ты гад! Вот он, засранец! Фух, блин! Ну что за человек просто, ну из-за каких-то видео устроил буянство? А ты пиши в комментариях, возникали ли у тебя какие-то ссоры с друзьями и возникали ли вообще? Блин, как бы мне его победить? Жаль, что этот нерв совсем не универсальный. Хорошо, что у него бластера нету. Хотя стой, вот дурак. Зачем я ему в разговоре сказал то, что у меня бластер с собой? Слушай, а у тебя нерв с собой? А, нерв? Да, ну можно сказать, что со мной. Он же может догадаться, что я бластер в лесу прячу. Я же так часто делаю. Да, с желтым мало что сделаешь. Так, надо подумать. Он отжал бластер у меня, хотя сказал по телефону, что у него есть свой нерв. Блин, зачем? Точно, этот пес говорил, что бластеры в лесу любит прятать. Типа, пригодится на всякий случай. Вот и пригодилось, вдруг там действительно мощный бластер. Так, все, надо его быстро остановить. А хотя... Воу! Ставь лайк, если тоже любишь поесть чипсиков и попить колы. Так, поел, можно теперь идти в нерв битву, а то голодным сражаться вообще не могу. Блин, да куда он этот нерв-то уже спрятал, а? Блин, да как же я уже искать-то задолбался, а? Ну так бесплатно спрятать мог только Берс. Такой огромный нерв. Как вы не забрали? Хотя какая разница? Главное, что он у меня. Пойду сносить всем бошки направо и налево. Берс, тебе хана, я иду. Как же я устал бежать.
А, это всего обычная ветка, а я уже испугался, ух. А где он? Блин, а! Чё же мне теперь делать? Мне кажется, мое доминирование отменяется. Вот что я с этим бластером сделаю, Диз? Ну, блин, ну, что мне делать? Тебе уже ничего не делать! Блин, да чё он мне подсунул? У меня бластер нормально не стреляет. Чё за дичь? Стоп! Бластер не стреляет? Сейчас я пойду давать ему бат. Хотя ладно, он настолько большой, что ему можно дать бат. Сказал пес! Ай, да блин, Берс, да хватит! Ай! Давай, прекрати, я уже эту бессмысленную войну за какие-то бесполезные тренды. Ну ладно, давай, мир. Все-таки ты мой друг. Да, спасибо. Я был удивлен, что Берс так быстро согласился со мной снова дружить. Я был этому рад, поэтому мы помчались ко мне домой отмечать данное событие.